Ксения, моя девушка, единственная, с которой у меня были отношения, пожалуйста, я не могу без тебя, мне реально очень плохо. Пожалуйста, я не прикидываюсь, это я просто не знаю даже, что сказать. Мне я не буду тебе навязываться никогда. Никогда не буду тебе навязываться. Просто, когда захочешь, могу с тобой погулять, там, когда захочешь. Я не могу забыть тебя. Мой мозг, он так устроен, он не может забыть тебя. Я гнию медленно, и я умираю без тебя. Никаких денег от тебя, ничего. Просто, чтобы иногда видеться с тобой. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не прикидываюсь, я не подражаю никому, я не рофлю, ничего этого. Это искренне. Мне больно в груди без тебя. Больнее, чем эти раны, которые мне нанесли в пятницу прошлой недели. Ничто не сравнится с той болью, которую я испытываю без тебя. Пожалуйста. Пожалуйста. Можешь резать меня ножом, можешь бить меня, называть как угодно, я буду с радостью это принимать, я буду веселить тебя, тебе не будет скучно со мной. Я принимаю таблетки от депрессии, я стал веселым человеком, просто мне сейчас больно без того, что тебя нету. Пожалуйста, уже столько времени прошло, я не могу без тебя, я вспоминаю тебя, и на меня нападает невероятная грусть, смотри. Мне реально плохо без тебя. Очень плохо. Пожалуйста, прости меня за все, что я мог сделать тебе плохого и глупости, которые совершил. Я искренне хочу быть с тобой. Просто. Но я не буду навязывать. Только скажешь. Можешь меня просто ножом погнать и выгнать, если я буду навязывать. Я не буду навязываться, клянусь. Пожалуйста. Я сейчас мне пофиг на эту камеру, то, что я сейчас снимаю. Просто не знаю, как тебе донести это. Можешь издеваться надо мной, выложить в интернет, смеяться надо мной. Я хочу скинуть тебе это видео, но ты меня забанила. Я тогда не приехал в Москву, потому что если бы я приехал, ты бы не вышел, я бы сбросился с небоскреба. Можешь смеяться, можешь все мои сообщения. Блин, я реально глупости говорил. Сейчас я серьезно говорю. Вот, клянусь Богом, клянусь Богом. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста. Мне снишься ты каждую ночь. И мне снилось вчера или позавчера, как ты сказала. Да ты что, я все это время тебя любила. Просто я не могла сказать. И что я учеба была занята. Мне так стало хорошо, потом я проснулся, и этот мир. Я не могу жить без тебя. Пожалуйста. Я выложу, я тебе скину это. Я не буду выкладывать, но ты можешь выложить это, чтобы, если хочешь посмеяться, можешь выложить это в интернет, показать подругам. У меня нету никакого ни аппетита, ничего. Я живу на таблетках с тех пор, и я изменился в лучшую сторону. Я буду веселить тебя, петь песни, всякие
Просто ты будешь смеяться, радоваться, я буду приносить тебе счастье, клянусь. А если я не буду приносить тебе счастье, ты просто скажешь, уходи, и я уйду, и все. Прошу тебя. Мне реально плохо без тебя, блин. Очень плохо. Я не знаю. Я не хочу навязываться. Я понимаю, как отталкивает навязывать, навязчивость. На твоем месте я бы тоже разлюбил бы себя, потому что я того человека, кто так навязывается, я тебе там навязывался, блин. Прости, пожалуйста, я не буду навязываться. Просто я умираю без тебя. Хотя бы раз в неделю видеться с тобой. Я ничего не буду вообще говорить тебе, ничего плохого, только весь то, что рассмешит тебя, веселое. Помогать тебе буду, чем хочешь, хоть полы мыть, хоть что угодно, хоть помочь перенести эти, ну, принадлежности для рисования куда-нибудь, ну, если ты позволишь. Можешь резать меня, пить мою кровь, она чистая. Я сейчас без сарказма искренне говорю, можешь по руке меня надрезать, я себе... Смотри, я вчера себе ногу изтыкал ножом. Потому что, ну, я не знаю, как тебе сказать. Думаешь, что я прикалываюсь над тобой? Я серьезно говорю. Блин. Буду делать тебе массаж, если ты захочешь, постоянно, и все. Говори тебе добрые слова, искренние. Пожалуйста. Пожалуйста. Я знаю, вот... Мне все равно, пусть меня все считают ничтожеством, что я вот перед девушкой там так... Я реально умираю без тебя. Если бы ты появилась, я пинулся тебе в ноги и стал бы целовать твои ноги просто. Ну, если ты не хочешь этого, я бы не стал этого делать. Я без сарказма, без всего говорю. Блин, ты не веришь мне. Потому что я записываю это на камеру, но я скину это тебе лично через кого-нибудь. Ты даже не будешь смотреть. Пусть твоя мама посмотрит, посмеется. Да, мне очень плохо без тебя, я очень страдаю. Вот последний рисунок, картина, смотри, мазня, да? Вот посмотри. Я никто по сравнению с тобой, я ничего, мне ничего от тебя не нужно, мне просто нужно, чтобы иногда быть... Чтобы я мог быть с тобой, как собачка, с тобой преданная. Я без сарказма это говорю сейчас, серьезно. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, прости меня. Ничто не сравнится с той болью, которую я испытываю. Никакое избиение, которое было в 2018 году, как меня бил этот цыганин, друг детства. То, что меня в пятницу избила та девчонка, и вот у меня, не знаю, видно, нет. Это ничто не сравнится с той болью в груди, которую я чувствую из тебя. Пожалуйста, прости меня, я слежу за собой, я не пью, не курю. Я если... Пожалуйста. Вот мои картины, тут некоторые лежат. Прошу тебя, пожалуйста, прости меня. Я не маньяк никакой, я не навязываю. Я понимаю, что это выглядит навязчиво. Ну хотя бы, когда ты захочешь, вот и все. Когда ты скажешь.
Вот в вот полчаса или 15 минут или 5 минут можешь зайти, можешь там-то постоять, и мы встретимся. Можешь взять с собой нож и нанести мне удар. И я с благодарностью это приму. Я буду счастлив, если ты будешь меня каждый день ножом бить. Ну, я без сарказма говорю, я серьезно говорю. Потому что я буду счастлив, что ты со мной. Я честно, искренне, клянусь Богом, говорю честно. Я никогда тебе ничего плохого не скажу, буду только хорошее говорить. Я скажу тебе спасибо. Если хочешь, можешь мою кровь выпить. Она чистая. Мне очень плохо без тебя. Все.